День добрый, я Дов. Сегодня у нас 920-я Nokia Lumia, одна из последних, и замена дисплейного модуля. Тач работает, видите, он треснутый. Так он выглядит, друзья. Тачскрин, экран в сборе с кнопкой включения и кнопки звука. Итак, выключаем телефон. Выключаем телефон, разбираем, снимаем два болтика снизу. Снимаем заднюю крышку вот таким образом. Отстегиваем. Будьте аккуратны, здесь находится шлейф гнезда зарядки. Отстегиваем его. Такой защитный металлический экран маленький. Отстегиваем шлейф. Далее шлейф кнопок. Далее снимаем батарею. Ее держит такая вот металлическая рамка. Вытаскиваем рамку. Отстегиваем разъем батареи. Снимаем металлическую фольгу медную. Это наш разъем батареи. Снимаем батарею. Далее вам понадобится отвертка на Т2 для того, чтобы снять плату. Она крепится тремя болтами, вот которые я сейчас откручиваю. Сняли болты. Далее снимаем вот этот красный колпачок. Отстегиваем шлейф тачскрина. Экрана. Вот это вот один из основных шлейфов. Далее снимаем вот эту вот рамку. Здесь у нас находится два. Сгинаем их чуть-чуть. Снимаем два болта, точнее саморезы, сбоку, которые крепят рамку к непосредственно к экранному дисплейному модулю. Сняли. Далее отстегиваем дисплейный модуль от рамки вот таким вот образом. И вот здесь вот он пристегнут сзади. Вот видите, я вам показываю. Сзади отстегнули. Сбоку. Вот она, наша рамка. Сняли. Будьте внимательны, здесь у нас находится камера. Я вам покажу поближе. Камера передняя.
и датчик. Вот он. Вытаскиваем. И вот, в принципе, то, что мы собираемся поменять. В обратном порядке все переставляем на новый модуль. Вставляем камеру. Не хочет вылазить, потому что прокладка, которая здесь находится, немного запала вниз. Найти ее. Вот она, видите. Поправим ее. Попробуем еще раз. Ставили, защелкнули здесь сзади. Собираем шлейф. Экран, основной шлейф, тачскрин. Пластиковый красный чехол. Далее закручиваем. Прикручиваем экран. Задние рамки. Шлейф кнопок, ставим батарею, пристегиваем, клеим на место металлическую фольгу, далее ставим держатель металлический батареи, закручиваем саморезом. Давайте включим и попробуем экран. Экран загорелся. Закручиваем плату. Закрутили плату. Пожалуйста, все работает. Можно проверить кнопки. Нижние кнопки. Вот, в принципе, и все. Ставим назад разъем, шлейф с разъемом гнезда зарядки. Защитный экран.
Надеваем рамку. Слот сим-карты. И финальные задние болты. Всем спасибо за внимание. С вами был Лов. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачного дня!